All right. Now, when we're talking about the way we got on this was we were talking about family. And if you think about this, traumatized parents must relate to their children from their own adult self, mm-hmm. not the traumatized self. Mm-hmm. Ну, мы говорим о семье, и если вот видите, когда мы слышим слайды, сейчас английский, вижу, травмированный родитель должен относиться к своему ребенку вот с позиции именно своей взрослой, зрелой части, а не вот этой травмированной внутренней части. And so, relating to your child from the adult's wounded child part, because you've got this wounded self inside here, this hurt self right there. Mm-hmm. Relating to your child from that, mm-hmm. it's going to lead an adult to be jealous, competitive, permissiveness, and authoritarianism or abuse. Mm-hmm. А если наш родитель будет строить отношения, обращаться к ребенку с позиции вот этой раненой, травмированной внутренней своей части, которую он нарисовал с точечкой внутри, то в результате в отношениях появится ревность, соревновательность, попустительство, авторитарность или злоупотребление. А, там же русский язык, я же не все. Okay, that's fine. All right, yeah, it's written right here. Yeah. And okay. Now, what this means is that if I have a wounded self inside of me, no matter who I am, whether I'm a boss, whether I'm a commander in the military, whether I'm a therapist, if I have a wounded self inside of me, I can't help you until I do something about the wounded self that's inside of me. Что это значит? Это значит, что если внутри меня есть вот эта раненая, травмированная часть, и неважно, кто я при этом, терапевт или вот начальник там этой армейской военной какой-то системе, или это начальник вообще, скорее босс, то я не смогу вам помочь, пока я не сделаю чего-то вот в отношении вот этой своей травмированной внутренней части. The thing that makes me my greatest asset, mm-hmm. my greatest possession, mm-hmm. is this tragic, dysfunctional background. Mm-hmm. Это, по сути, мое самое большое, что ли, приобретение, мое самое большое актив мой самый. But it's only true because I've come into recovery. Но это становится правдой только при условии, если я выздоровел. That same tragic, dysfunctional background would prevent me from being effective had I not done something about it. И вот та же самая травмированная моя часть, она наоборот не будет позволять мне быть эффективным, если я ничего по поводу нее не сделал, если я не выздоровел. That's what my friend was talking about, that he didn't care how much education you have. What he cares is, do you know how it feels to be a patient so that you can relate to your patient on a different level. Mm-hmm. Ну, это то, о чем мы уже говорили, о том, что не важно, сколько у вас там опыта, а важно, есть ли у вас опыт. Ну, понимаете ли вы, как это быть пациентом, чтобы вы могли выстраивать соответствующие взаимоотношения? Есть ли у вас такой опыт? Yeah. What I need is a therapist, you, who relates to their patient not as someone that's below you, but somebody that's on the same level with you. То, что я считаю очень важным от вас, чего ожидаю, это то, что вы будете выстраивать отношения с пациентом не так, как будто бы вы терапевт выше, а там пациент ваш где-то находится там низко, а вот именно такие равноправные отношения. Okay, so when we're talking about parents, when we're talking about employers, when we're talking about co-workers, one of the you've distracted me. One of the problems that I have attention deficit disorder also. One of the problems is I don't necessarily want my child, my coworker, my employee to succeed better than I succeeded. Ну вот если мы говорим о вот этих начальнике,
там, боссе, терапевте, кто еще, то проблема может быть в том, что он может как-то внутренне не хотеть того, чтобы вот этот подчиненный в трассе товарищ получил какие-то больше, каких-то больше добился, чем он сам. We've got, I know for a fact, there's a lot of authoritarian parents in my circle of concern. Ну вот давайте поговорим о авторитарных родителях. And their parenting skills borderline on abuse. Их, как это, навыки родительства, они находятся на грани с злоупотреблением в отношении ребенка. And it's based on the fear and the dysfunction that was passed down to them. And they're not necessarily passing down that same dysfunction to their child, but they're definitely using that dysfunction to influence their parenting skills and keep the child down and keep the child under their control. Это неправильное обращение, которое они получили в свою сторону со стороны их родителей, они не обязательно в такой же форме передают это своим потомкам, но это обязательно будет как-то выглядеть как форма успокоить, там, держать ниже себя своих детей. Now the opposite of that is going to be permissiveness. And sometimes parents become confused when this has happened. Parents become confused about what the parents' responsibilities are. Родители могут переживать замешательство, если говорить об этой схеме передачи поколения в поколение, могут переживать замешательство, что входит в их зону ответственности как родителей. Sometimes a parent is afraid to discipline their child because their child might not like them. Родители могут бояться, как это, оказывать дисциплинирующее воздействие в отношении своих детей, потому что детям может это не понравиться. I mean, because of the lack of approval and a lack of love and nurturing here, I need to get that from my child. Из-за того, что я когда-то не получила опыта одобрения, любви со стороны своих родителей, я теперь, может быть, хочу получать этот опыт со стороны своих детей. So now the parent-child relationship is reversed. Получается, что отношения между родителями и детьми в обратную сторону, что ли, работают, вывернуты. The child's allowed to do things that are not age-appropriate. И детям позволяют делать вещи, которые им по возрасту неподходящие. That is certainly not as common as the authoritarianism and the jealousy and the competitiveness, but it is common. Это не очень так часто, как авторитаризм и соревновательность в отношениях или ревность, но это тем не менее распространено. Now what that's going to do with the child is going to put the child in a position where they're having to make adult decisions without the life experience and judgment that come along with those responsibilities. Mm-hmm. Вот чего получается в результате, это то, что ребенку, ну, как бы доверяется принимать решения, которые не подходят ему по возрасту, по уровню развития и так далее. От них ждут очень важных вещей. Leading to some of the age-inappropriate behaviors. We're talking about sex, we're talking about addictions, and there's a lot of different kinds of addictions, and actually we could just say addictions, which would include sexual. Ну вот если говорить о таких вещах, которые не подходящие по возрасту, это может быть секс, может быть зависимость, и вообще как бы секс можно вписать туда тоже зависимость. Now you remember yesterday we were talking about confused ideas of love? Вчера вы говорили о перемешанных, перепутанных понятиях любви. That trauma can lead to confused ideas of love. I'm not worthy of your affection, and I'm not worthy to be in a healthy relationship with you, but here's a car. Это о том, как травма может смешивать понятия, то есть человек может чувствовать, что он недостоин любви, теплого отношения. Ну вот, нате взамен машину, может тогда что-то поменять. Now that's an extreme, but it gets the point across. Это
ну, такой экстремальный вариант проявления ситуации, ну, такое случается. You're 12 years old, here's the latest video game. You're 12 years old, here's a new phone. Is it 2 o'clock already? Часа уже. Если вам 12 лет, вот вам новая видеоигра. We had a patient, this was last year, that the parents were divorcing, and they came to me to, the father came to me because his life was in crisis. Вот в прошлом году где-то приблизительно в это время у них был пациент, которого разводились родители, и к Чипу обратился отец по поводу того, что он переживает такой жизненный кризис тяжелый. And he painted this picture of his soon-to-be ex-wife, that was pretty inaccurate. Нарисовал картинку женщины, которая собиралась, ну, в скором будущем стала его женой. And then собиралась стать женой. And the son was having some issues with who am I going to live with, and who's telling me the truth, and that kind of stuff. Ну и тогда ребенок переживал эти все вопросы, с кем он будет жить, и кто говорит правду, кто говорит неправду. But both the mom and the dad were trying to win over the son by the things that they could give the son. И мама и папа занимались тем, что ребенка перетягивали как канат, кто там чем его подкупит и завоюет его в свою сторону. But neither parent were giving the child time. Но ни один из родителей не давал ребенку достаточно времени. Because they were all wrapped up in their own dysfunction. То есть они все были поглощены полностью своими собственными проблемами. So the kid, I mean, one of my responsibility was more to the child than it was to the parents, because I was trying to prevent an addiction, a dysfunction in the child. The parents were responsible for their own dysfunction. Он говорит, ну по сути моя работа больше состояла не в том, что я ребенком занимался, а тем, что я занимался больше родителями, потому что я пытался предотвратить то, что могло выходить нехорошо, нехорошее развитие ситуации. А это больше была ответственность родителей. So the child had some things that he wanted. Wanted a camera, wasn't it? Yeah, he wanted a camera. And so I told the father, let's write a contract. And this was like a behavior contract in order to get, no, he wanted a puppy. That's what he wanted, a dog. And neither parent wanted to deal with the dog themselves. So the child could not have a dog. No, I don't understand what happened actually. What kind of contract was it? Okay, here's the deal. The kid's grades were not what they had been. It's only 10 years old. But the year, last year, his grades were very good. Это касалось про то, чего хотел мальчик. Мальчик хотел щенка, да? И вот Чип предложил составить контракт. Там речь шла об оценках. В прошлом году у него были оценки хорошие, а тут, значит, пошли, видимо, на волне этого развода, пошли не очень хорошие оценки. The mom was pretty much uninvolved in recovery or the welfare of the child. Ну вот в том, что происходило с ребенком, мама так немножко держалась в стороне. The mom basically fed the child and made sure the house was safe, and that was about it. Мама занималась тем, что накормила ребенка, там ввела дом, и вот она считала, что ее как бы участие на этом закончилось. The dad had moved out, had a girlfriend half his age, and so he was doing his own thing. Папа занимался своей жизнью, он так выехал из дому, нашел себе девушку пополам меньше, чем он по возрасту, и занимался своей жизнью. So here's this 10-year-old kid taking care of himself. Ну вот этот 10-летний ребенок, по сути, сам себе был предоставлен. So I said, all right. I said to the dad, what we'll do, because the grades were falling down, and I'm worried about the kid's future. Mm-hmm. Он говорит, ну я обратился к отцу, ну что будем делать, вот оценки там ухудшаются, а я беспокоюсь о его будущем. I said, let's do this, let's write a behavior contract. Давайте напишем поведенческий какой-то договор про поведение. What does a kid want? Чего хочет ребенок? Kid wanted a dog. А ребенок хотел собаку. Parents didn't want a dog. Родители не хотели собаку. There's one more responsibility neither parent wanted. Но это была какая-то такая ответственность, которую оба родителя не хотели. The kid wanted a camera, like a digital camera. Ребенок хотел цифровую камеру. Dad said, that's fine. Папа сказал, ну хорошо. So I told the kid. Я сказал ребенку. I said, look, let's do this. Let's come up with some things that you're going to do differently at home. You're going to be responsible.
Я сказала ребенку так, давай вот мы с тобой сейчас найдем перечень вещей, которые ты будешь делать дома, за которые ты будешь нести ответственность. And basically I will do this, 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 this. You can do your own list. Вот, она говорит, я предложила, что вот у меня так получилось бы, я бы сделала то, то, это и другое. А ты можешь составить свой собственный список. Take out the garbage, mop the floor, clean up my room, that kind of, make good grades, that kind of stuff. Ну, например, там, вынести мусор, помыть пол, вот в том числе там, хорошие оценки зарабатывать. But here's the reason this works. И вот причина, почему это работает. The kid wrote the contract. The kid wrote the rules. Not me, not his parents. The kid did it. И вот ну, причина, почему это работает, это то, что вот этот договор, договор написал ребенок. Не чип, не его родители, а именно сам ребенок. I gave him some parameters. Я дал ему просто параметры. I said, well, what do you need to do around the house? Ну, я ему сказал, что нужно делать по дому. What are you willing to do? Чего тебе хотелось бы сделать? I'll mop the floor every other day. Вот, например, мыть пол раз в два дня. He said every day, and I said, nah, probably every other day, more realistic. Он предлагал, да, давай, может, раз в день, я говорю, да нет, давай раз в два дня, будет более реалистично. I said, you take out the garbage? He said, no. Я ему сказал, может, вы выносить мусор? Мальчик сказал, нет. I said, can you do that every other day? He said, yeah. Ну, может, говорит, я ему предложил, ну, может, все-таки у тебя получится это делать раз в два дня? Он согласился. I said, how's your room look? Я спросил его, как выглядит твоя комната? He said, eh. Can you fix that? Вопрос был, ты можешь привести это в порядок? Doesn't have to be perfect. Не обязательно, чтобы это было идеально. Get it under control. Ну просто, чтобы ты держал это под контролем своим. He said I can do that. Он сказал, да, могу. I said, what were your grades like last year? Я его спросил, какие у тебя были оценки в прошлом году? He said fives. Он сказал, пятерки. I said, what are they like now? Я его спросил, а сейчас как они? He said three. I said, can you get fours within 90 days? Я его спросил, может ли бы так, что ты сделаешь четверки в течение 90 дней? He said, yeah, I can do fours. Он сказал, ну да, могу. He said, again, he said fives, but I said, well, fours are realistic. Он опять сказал пятерки, но я ему сказал, давай будем реалистами, давай уж четверки. You know, with a little bit of guidance, the kid made the rules. Он говорит, ну вот я, по сути, немножко его так направлял, а вообще сам ребенок вот эти правила сам составил. Why is that important, that the kid made the rules? Почему это так важно, что именно сам ребенок составил правила? Принятие ответственности. The factor, the responsibility himself. So that when something happens and he violates the rules, I can say, well, they're not my rules, you're the one who wrote them. Если чего-то случится, и он нарушит эти правила, я всегда скажу, ну я ни при чем, это же ты сам их составил. That works. И это сработало. I did this with my 16-year-old daughter. Я делал то же самое со своей 16-летней дочерью. It straightened out everything. И это классно вот, выровняло всю ситуацию. Now, there's some other things that go along with this. This is my rules, mom's rules, dad's rules. Everybody had to sign a contract. Three copies. Вот есть с этим договором получалась такая ситуация. Ребенок составил список, да, своих правил. Был список правил для мамы и был список правил для папы. И получился такой контракт в трех копиях. Actually, four copies because I had a copy. На самом деле четыре копии, потому что у меня тоже осталось копия. In my office, we all four signed. В офисе осталась четвертая копия, все они были подписаны. Then what do you think happened? Ну и что вы думаете случилось? Родители нарушили контракт. Parents violated the contract. Parents violated the contract. The parents said, here's a camera. Ну вот камера теперь. Here's a computer game. Вот тебе компьютерная игра. Here's all this stuff. You don't want to go see Chip anymore, you don't have to. Если не хочешь, будешь ходить на Чип посмотреть, так и не надо. What am I wrong? Я сказала, в чем что происходит? You're teaching the child when things get difficult, I don't have to do it anymore. Вы по сути учите своего ребенка, что когда становится трудно, так все, можно это дело забросить. So, now if it's 11. Дети, дети дома, no. No, I'm sure it's good. No, I'm sure it's good. Собака. What had happened? They had a dog, and the dog
ate something, like ate a hole in the floor, in the flat, or something. A dog had done something, and I gave the dog away. Oh, my parents gave a dog away when I was 10. And it, you don't forget that. Yeah, you just don't forget that stuff. And so I felt this boy got a dog, and he also that's awesome. The kid had a dog before, before he ever came to therapy, before the parents ever split up, anything like that. And the dog did something, and so the parents gave it away. Я спросила, получил ли он под конец щенка, сказали, что нет, не получил. А была там такая история, что еще до того, как обратились в терапию, была собака, но она там что-то дома не то сделала. И вот ее отдали. Она говорит, что я из своего тоже опыта помню, тут в 10-летнем возрасте отдали собаку, это не забывается. So I'm using whatever leverage I have to get the kid to change his behavior. And the parents are undermining the whole process. Говорит, ну я вот так на много педалей нажала для того, чтобы ребенок изменил свое поведение. Это был договор между ребенком и родителем, а по сути, ну как бы нарушили этот процесс родители, а не ребенок. That's one of my patients that would come to see me because of how attractive my interpreter is. That was the patient. That was one of them. The father was, not the 2-year-old. Это был как раз один из тех пациентов, которые пришли к Чипу, потому что хотели посмотреть на привлекательную переводчицу. Это вот вчера тоже говорили. Папа, не мальчик, да. Я это хотела сказать, что родители просто им не нужен был этот договор. So she wanted to say that the parents were the people who didn't get the contract. No, the parents were the ones who did not fulfill the contract. Они не выполнили. Им нужно было переводчица. Well, but it's this whole thing about they were buying love from the kid. Но здесь речь о том, что они покупали любовь ребенка. Instead of being good parents, they were trying to be a friend and trying to buy. Trying to spend money to make up for whatever shortcomings they thought they had. Ну вот они вместо того, чтобы быть хорошими родителями и давать любовь, они пытались покупать любовь и как-то, как это сказать, компенсировать те свои там внутренние переживания, недостатки, которые у них были, вот такой формой взаимоотношений. Dad was, both parents were dead. He was raised by his grandmother, and both parents were dead. Отца воспитывала бабушка, потому что оба отца воспитала бабушка, потому что оба его родителя умерли. Да. So there, and granny definitely had this. У бабушки наверняка вот была вот эта система, которая была передана. This guy was afraid. The father was afraid of everything. Папа боялся абсолютно всего. The man had a PhD. У него была кандидатская степень. He's brilliant. Он очень умный. Top professors at one of the local universities. Профессор, занимающий ведущую должность в одном из местных университетов. Used his academic career to make up for all the shortcomings in his own self-confidence. Он, по сути, использовал свою академическую карьеру для того, чтобы компенсировать недостатки внутри, переживания внутри себя. How many books did he write? Do you remember? He had a stack of books. I've got one in my office. Говорит, ну вот так, вот столько книг он написал. Одна у меня там в офисе лежит. But because of this, no self-confidence. Ну вот из-за вот этой штуки, вот этой передачи, не было достаточно внутренней уверенности в себе. Because the world was unsafe, unpredictable, and he was unfit to live in. Потому что он воспринимал мир как небезопасный, непредсказуемый, и он чувствовал себя не в порядке, живя в этом мире. Now, that's what happens when parents are relating to their child from their hurt self. Это то, что происходит, когда родитель взаимодействует с ребенком вот от своей вот этой раненной части личности. Now, apply that to a therapist. Если мы это приложим на терапевта. Are you going to be able to buy the affection of your вы сможете купить вот это теплое отношение, привязанность от ваших пациентов? Maybe not buy, but just let him go, you know, right? Well, there's ways to buy. Rescue him, every time you see him. There's ways to use finances in order to gain approval. Ну, то есть один из способов это использовать финансы, для того, чтобы получить вот это вот одобрение, да. There's ways to damage your client by overlooking
their lack of participation in therapy. Один из способов, как вы можете нарушить, чтобы повредить, принести вред своему пациенту, это вы не увидите его недостаточное участие в процессе терапии. How often do I scold a patient? Как часто я ругаюсь на пациента? Not often. Не часто. But I will S-C-O-L-D. I will scold a patient. Бывает такое, что я могу наругать пациента. But and I will make a patient feel guilty. Я могу заставить пациента почувствовать себя виноватым. Now that's borderline manipulation. Это граница, на границе с манипуляцией находится. But it's not out of control. No. I mean, it's not out of my sense of trying to control a patient. Но это не находится вот за пределом вот этой границы контролировать или не контролировать пациента, то, о чем раньше говорили. My patient comes to me at this level, let's just say a level one. Okay. Ну вот мои пациенты ко мне приходят, ну скажем, на уровне один. And my job is to motivate them to level two. Моя работа замотивировать их перебраться на уровень два. And then if they reach level two, my job is to motivate them. Если они перебираются на уровень два, тогда моя работа состоит в том, чтобы замотивировать их перебраться на уровень три. And one of the symptoms of a lot of dysfunction is getting stuck in a behavior, being stuck in a certain behavior. Один из симптомов огромного количества нарушений — это когда человек застревает, что ли, в одном варианте поведения. Now that's one of the things that we do with cognitive therapy. Это вот то, чем занимается когнитивная терапия. Is we take their where they're stuck. And I'll come up with an example in just a second. But we take wherever they're stuck, and we explain to them that if you stay at this level, if you stay with this behavior, it's probably more comfortable right now, but it's not necessarily going to serve you down the road. Но это то, чем занимается когнитивная терапия. Это мы вот берем вот этот вариант поведения, в котором застрял наш клиент, и говорим, что если ты сейчас с ним останешься и будешь продолжать так же себя вести, это может быть сейчас тебе воспринимается как удобнее. Там способ поведения, но это совершенно не значит, что он тебе куда-то там хорошие результаты дальше выведет. A patient, let's say, does not want to go to AA meetings. Ну, например, наш пациент не хочет ходить на встречи анонимных алкоголиков. Because they don't want to be around a group of people they don't know. Ну, он, например, не хочет находиться в группе людей, которых он не очень знает. Well, if they, and that's fine, you can do that. Он говорит, ну хорошо, но можешь так и делать, не ходить туда. But what you're going to miss, чего ты пропустишь при этом? What you'll miss is a better understanding. Ты потеряешь возможность получить лучшее понимание происходящего. Of the disease of alcoholism. Понимание заболевания алкоголизмом. Understand. What you're going to miss is a fellowship of being, having camaraderie with other people just like you. Ты потеряешь возможность получать поддержку, чтобы общаться с людьми, которые переживают то же самое. And what you're also going to miss is the good feeling you get from helping other people. Но еще чего ты потеряешь — это хорошее особое чувство, которое ты можешь переживать, когда ты помогаешь другим людям. Now, if you don't go, this is what you miss. Если ты не пойдешь, это то, чего ты потеряешь. But what do you get if you don't go? А что ты получишь, если ты не пойдешь? Well, you can stay safe. Ты можешь остаться в безопасности. You can stay. You don't need to be vulnerable, so you can stay more comfortable. Ты не будешь переживать чувства своей большей ранимости, а будешь вот это уверенное, комфортабельное, сохранное чувство переживать. But those two feelings, this feeling of being safe and being comfortable, they may last, they may not. Но вот эти два чувства безопасности и, ну что ли, комфорта, они могут длиться, продолжаться, а могут и нет. Do you have to go to AA to stay sober? Тебе нужно ли ходить на вот эти встречи анонимных алкоголиков для того, чтобы продолжать быть трезвым? Нет. Нет. No, you don't. Do not have to go to AA to stay sober. Нет, не нужно ходить. No, a lot of people that do not go to AA and they stay sober. Много людей не ходят на встречи анонимных алкоголиков, при этом остаются трезвыми. But it's a whole lot easier. Но это намного легче. Да.
Now, have you been able, and I will ask my, and this is cognitive therapy, have you been able to stay sober by yourself before? Это бы то, чего бы я сделала, какой вопрос бы я задал в рамках когнитивной терапии. Ты предпринимал попытки оставаться трезвым раньше? Пробовал ли ты? No. What makes you think you can now? Ну тогда что заставляет тебя думать, что вот сейчас у тебя получится? Well, I don't know. Я не знаю. What happened the last time you got drunk? Что случилось последний раз, когда ты напился? Went to jail, got beat up. Попал в тюрьму или, может, на тебя добили. Would you like that to happen again? Ты бы хотел, чтобы это еще раз случилось? That's kind of what I do. Это то, чем я занимаюсь. Кажется, что это очень простой способ, как это объяснить, но это, собственно, то и есть. Hopefully that's enough to get them to be motivated a little bit more to do something a little bit extra. Мы будем надеяться, что это как раз достаточное количество усилий для того, чтобы его сподвигнуть перейти на этот уровень 3, попробовать немножко больше сделать, чем прежде. One more thing that really hangs people up in working 12 steps, not counseling, but working 12 steps, is there's a point in sobriety where you're supposed to make amends for the things that you've done. Одна из вещей, которая держит, задерживает, что ли, людей в этой программе 12 шагов, это то, что на каком-то этапе своей трезвости вы должны делать... возместить ущерб, тогда развечить этот шаг. And a lot of people don't want to go to a boss and say, look, I stole some money, here's the money back. Очень много людей могут не захотеть пойти к врачу. Боссу-начальнику, например, сказать, смотрите, я там у вас когда-то деньги украл, ну вот, держите их обратно. Especially if the boss doesn't know there's any money missing. Особенно если босс-то и не знает, что у него там пропали деньги. But that's some of the stuff you need to do in order to stay sober. Но это одна из вещей, которую вам нужно сделать для того, чтобы продолжать быть трезвым. Or sometimes my patients don't want to make amends to someone who harmed them. Иногда мои пациенты могут не захотеть вот это загладить вину по отношению к тем людям, которые когда-то обидели их самих. But the 12 steps are all about cleaning up your side of the street, not worried about what they. 12 шагов эта программа, она как бы призывает вас заниматься тем, чтобы свою сторону улицы чистите, а вот про ту сторону улицы оставьте это для них. Now, so that's motivating. That's what we're talking about. That's basically your whole job. Now, в этом и состоит работа. То, о чем мы говорим. Let's do this. Traumatized children tend to relate to adults out of a root of emotional fear. Дети в травме скорее будут обращаться к взрослым, исходя из этой глубинной эмоции страха. Now, think about this. Traumatized veterans tend to relate to other adults out of a root of emotional fear. А подумайте, если мы вот сейчас так поменяем слова. Ветераны в травме скорее будут обращаться к другим окружающим взрослым людям, тоже из той же глубинной, укоренившейся в них эмоций страха. Are they gonna tell you that? Они вам об этом скажут? They're not gonna admit anything like that. Они ничего подобного никогда не признают. And one of the things that I see is that often they think that this is the way that it's always been, that they've always been this way. Вот я встречаюсь с тем, что часто они думают, что так всегда и было, что обычное положение вещей. That this behavior, this whatever behavior it is that's being produced by this emotional fear, it's been this way possibly so long, or it came upon them so suddenly that they didn't know that it, or they can't process the fact that they haven't always been that way.
Но вот то, что они как это действуют, исходя из этой глубинной эмоции страха, это вот им воспринимается то, что всегда так и было, и они не могут отрефлексировать, что-то особенное там случилось, после чего так стало, что ли. Now, depending upon the personality, temperament, and modeling of the child that the child has been given, this fear may manifest itself in opposition, defiance, avoidance, tantrums, or overcompliance. Это перевод там тот же, я смотрю тот же. Вам прочитать, товарищи, вы видите? Не видите? Давайте прочитать. В зависимости от личности, телеграммной модели поведения, которые были введены ребенку, этот страх может проявить себя в виде сопротивления, пренебрежения, какое-то уклонение, вспышек гнева, либо чрезмерной вспыльчивости. Now, depending upon the personality, temperament, and modeling of the veteran, that the veteran has been given, fear may manifest itself in opposition, defiance, avoidance, tantrums, and overcompliance. Но вот он предлагает в это же приложение ставить вместо слова ребенок слово ветеран. И тогда мы скажем, что это чувство страха может проявлять себя через оппозицию, там, пренебрежение, избегание, вспышек гнева или чрезмерной устойчивости. Now, the defiance and opposition and avoidance and tantrums, that's pretty self-explanatory and pretty easy to see. Вот эти уклонения, пренебрежение и сопротивление, это вот вроде хорошо объясняется, это то, что можно часто видеть. But what about the overcompliance? What does that look like? А что вы можете сказать про чрезмерную устойчивость? Как это могло бы выглядеть? Well, maybe he wants to appear to be cooperating. Я предположила, что может он не хочет идти на сотрудничество. А Чипа говорит, что это может быть, что он как-то притворяется, что ли, что он идет на сотрудничество. Будто бы взаимодействует. Он соглашается. Я думаю, что ему проще согласиться, чем вступать в конфликт. She says that it's easier for him to agree. No, that was what he used to say, that it's like he appears to cooperate, but he doesn't. Yeah, there's two reasons why we did that. Number one, that means therapy will be over sooner. Over? Первая причина это о том, что поскорее закончится вся эта терапия. If I can convince you I don't have a problem, you'll go away. Если я вас смогу убедить, что у меня нет проблемы, то мы побыстрее расстанемся. That's number one. Number two, if I am cooperating with you, you'll like me. А вторая причина это если я с вами буду сотрудничать, я вам понравлюсь. I can get approval from my therapist if I do what they ask. Я получу вот это одобрение терапевта, если я буду делать то, как он мне говорит себя вести. But that's on the surface. Но это все на поверхности. That's the problem, and it's kind of hard to see. Это проблема, и это довольно тяжело увидеть. But they'll tell you they're doing it. If you just watch, they'll tell you. Они вам скажут, что они это делают, если вы заметите. Правильно? Experience helps, but if you pay attention to how they answer questions, do they show up on time, do they do their assignments on time, that kind of, if you watch that kind of stuff, you can tell whether they're enthusiastic about recovery or just going through the motions. Он говорит, что в данном случае поможет опыт, и вам нужна наблюдательность и внимательность за тем, как он себя ведет. Он приходит ли вовремя, выполняет ли он задание, как он взаимодействует. Это, собственно, опытность. Ну, как бы относится к этому с энтузиазмом или вот он притворяется. Now, people think, and this is true with almost all my patients, people think that therapy is meaningful conversations over tea. That's what they think. Он говорит, ну вот у нас такое часто с клиентами случается, потому что мы этой идеи касаемся, потому что часто думают, что терапия – это такие умные разговоры за чашкой чая. It's not. It's painful. Но это не так, это может быть очень болезненно. It's difficult. Это очень трудно. It's hard work. Это тяжелая работа. And that's why when I first meet him, I tell him, this is not going to be fun. Но вот когда я первый раз их встречаю, поэтому я ему говорю, что это не будет таким. It's gonna be worth it. Это будет, ну, это достойно, как бы. But it's not. Того стоит, да, спасибо, но это не веселье. Alright, and
that is kind of preparing them for the difficult times that are coming a few weeks from now. Ну, это такая своеобразная для них подготовка тех тяжелым времен, которые через какое-то время, там, через несколько недель наступают. I have a gift for one of my students. Для одного из моих студентов. Идите-ка сюда. I have a gift. Now, and I please take this as I intended it to be. Ну, давайте это воспримите, как будто так и должно быть. Now, yesterday you were concerned about a man therapist versus a woman therapist. Ну, вчера вы задавали вопросы про мужчин-терапевта и женщин-терапевта. And I explained to you maybe if you had tattoos and a tooth missing in a beard. Я говорила там, что если бы у вас были татуировки, там зуба не было, борода была. Well, I found you a beard. Я нашел вам бороду. Yeah. Will that work? Yeah? No, she looks better. Much better. Much better. More, much more defiant and much more manly, right? I'm just teasing you, but here's your beard, okay? No. If I could have found a fake beard in a store somewhere, I would have bought it. But I couldn't. It came to me this morning. I'm like, oh, she needs a beard. Да. Сегодня утром мне пришла такая идея, надо бороду взять, ей обязательно. Да. Мне не поможет борода, мне нужны бицепсы еще. So not proper, because she needs biceps. Okay, let me work on that. Давайте поработаем над этим. You can take this and you can stuff it under your sleeve. Затолкать туда. Can you use bad language? А вы можете ругаться с ним? I can teach you some in English. It'll be very impressive. Я могу вас чуть-чуть матом научить в английском языке. Я могу с ней ругаться. Она не знает. Она не знает. She can. You know, all the language. Perfect. Okay. It's not all serious all the time, okay? Не всегда это так серьезно. All right. You're here to learn and you're here to enjoy yourself. Now, all right, that's that. Let's see, we've got one more, and then... All right. Now... Это то же самое. Вот это 66-й, а у меня здесь 64-й, да? Что мы имеем? It's nice, I have the same. Yeah. Good morning. Okay. I'm glad you could join us. Yeah. Now, finally. We were just talking. She said, so I don't know. Handed it to her. Okay. Effects of trauma now. Decreased IQ. I'm sorry, do you have decreased IQ? Maybe it's not the way I'm reading. Well, do you have decreased attention? That's right. Yeah. Exactly. All right. These things are common effects of trauma now, what you're suffering from now. Mm-hmm. Decreased IQ, attention, learning, increased dropout from school, increased expulsion from school, aggression, increased sexualization, and other deviant social behaviors. У вас тоже есть такие экстраполированные. Да, тут это все написано, вроде я прочитала. Там, где 61 написано. It's a lot easier that way. Yeah. You can practice your translating skills. Any way you want, I'll let you be the judge. Thank you. I'm flexible though. No, I like it more. Much more. That's what I thought. Okay, it's hard work to translate everything all the time. All right, twice as likely to be unemployed. Our veterans
Right now, the unemployment rate in America for everybody is about 5.5%. Mm-hmm. Veterans are something like 10 or 11%. Mm-hmm. It's significantly higher. Ну, то, що касається безробітниці, Андрій, сейчас текущая цифра безработицы по США – это где-то 5.5%. То, то, що касається ветеранов, то там вдвоє більше цифра – это где-то 10%. Increased likelihood of being arrested for serious crimes. Увеличение вероятности быть арестованным за серьезное преступление. Increased number of sexual partners, and this is especially true of victims of sexual abuse. Увеличение количества сексуальных партнеров, это особенно касается жертв сексуального насилия. That's going to lead to increased sexual transmitted diseases and increased unintended pregnancies. Но это тоже то, к чему это приводит, это увеличение заболеваний, передающихся половым путем, увеличение случаев незапланированной беременности. I want to say it's 25%, but I really can't remember. The number of women alcoholics who have been sexually abused. It's about 25%. Я сомневаюсь, но это где-то около 25%. Это количество женщин-алкоголичек, которые были, ну, попали в случай вот этого сексуального злоупотребления на себе. So they have been victims of sexual abuse, suffered trauma from that, are often dealing with this trauma by consuming alcohol and later developing alcoholism. Но бывает ситуация наоборот, когда женщины страдают из-за травмы, которую они переживают в результате сексуального насилия, и вот они, ну, запивают ее, уходят в алкоголизм для того, чтобы с ней справляться. Now, is there sexual abuse in the Ukrainian military? Вы знаете, есть ли сексуальное злоупотребление в армии, как у нас в войсках вот этой, в нашей? Absolutely. Now, is there sexual abuse in the American military? Говорит, сексуальное злоупотребление совершенно точно есть в армии в Америке. Most definitely. There's been a lot of investigation over the last 20 years. Periodically, something will happen, it'll get in the news. Congress will ask for an investigation. Почти наверняка такое есть, потому что последние 20 лет были неоднократные исследования, периодически там выходят какие-то случаи, попадают в СМИ о том, что происходят такие ситуации. Effects of trauma on society. More mental illness, more substance abuse, more physical health. Less education, less gainful employment, and more serious legal problems. Давайте тоже прочитаем. Влияние травмы на общество. У вас не читать? Question. Please. А как снижают уровень вот этого преступности, сексуальной? Вы имеете в виду в Америке? В Америке, да. How do they in America decrease the level of sexual abuse? In the military. One of the things they did recently, there were women being sexually abused by their superiors. Ну вот то, с чем работали недавно, это случай, когда женщин как-то подвергали насилию тех, кто находится выше их по статусу. And big investigation in the news every day. Очень большое серьезное расследование. And one of the problems that was pointed out during this investigation is if I'm a woman and I come to my commander and I say, look, I've been sexually abused by some of the other men or maybe my sergeant or something like that, I'm going to get in trouble. Вот один из моментов, на который обратили внимание, это то, что если женщина приходит к своему руководителю, так как это, который выше находится по статусу, и говорит о том, что я попала в ситуацию как насилие со стороны другого там, мужчины, может быть, тоже находящегося выше по статусу, то все знают, что у нее будут проблемы. Here's a commander, here's a few commanders under him, here's a bunch of soldiers under them. Ну, смотрите, ситуация в этой иерархии. Есть там самый главный, под ним чуть менее главный, и там солдаты. So, I'm this soldier here. Если я вот этот солдат вот здесь. Now, let's just say I'm abused sexually by this soldier here. Например, меня вот изнасиловал солдат, который находится в том же ранге. I complain to this commander. Я пошла жаловаться, или пошел жаловаться вот этому начальнику. Well, that makes him look bad.
to all these other commanders. Это заставляет его выглядеть не очень хорошо перед вот этими начальниками. Because I'm not maintaining discipline. Потому что я, значит, не поддерживаю дисциплину. And it really makes me look bad to this guy. И это еще и заставляет меня выглядеть не очень хорошо перед вот этими начальниками. But while all of this is going on, I'm still exposed to this guy. Пока все это происходит, там они выясняют друг с другом отношения, ну, со мной все еще нехорошо обращается вот этот товарищ. So why am I gonna draw attention to myself and cause my problems to get worse? Why would I do that? Ну что я тогда буду вообще привлекать еще большее дополнительное негативное к себе внимание? So what they did is they've come up with a system of independent people that I can go to if I've suffered from this problem. I can go to this person. Mm-hmm. Over here. Ну вот чего они сделали, это они попытались создать независимую систему, ну, людей, к которым можно пойти с такими.